Сгорел сразу после открытия предпринимательской трагедии на улице Кузбасской. Местный житель переоборудовал свой частный дом под автосервис. Только-только хотел открываться, но взрыв и пожар сорвали все планы. Через 10 минут ничего не было. Не было, я вот уже недавно проезжал, ничего не было здесь. Здесь газ ведь устанавливают. Пропан, газ, метан. Да вы пострадали? Пострадали? Целый он, целый. Все нормально? Да, все нормально. Никто не пострадал? Никто не пострадал. Ничего еще пока не работало, пока ничего не работало. Вот только объявления висели, а больше ничего не работало как бы. Ну, там видно, машина какая-то сгорела стоит внутри. Может, варили, сварочные работы проводили, загорелась. Сгорелась машина. Ни с того, ни с сего. Работали спокойно. Она... Метановое оборудование устанавливают, может, из-за этого? Не устанавливали еще. Она взорвалась. Взорвалась? Ну, вы взрослый человек, наверное, знаете, что так бывает. Машина загорелась, искрит, горит. Пусто там было. Он сервис построил, он его еще не сделал до конца, не сдал. Там было пусто. Кроме вот этой машины, там ничего не было. И подъемник еще. И работаем, и живем. Это все, это наше все. Все пострадало. Не видите? Это моему папе как дом был. Все, что построил, все сгорело, да. Еще не успев даже начать работать. Не знаем, будем разбираться еще что-то. Из-за чего. Ни с того, ни с сего резко. Иномарка была, да. Дорогая. Большой ущерб. Огромный.